Жили-были две сестры, старшая От и младшая Иван. Жили бедно со своими родителями в городе единичников среди таких же бедных семей. Старшие тут грузили металлический хлам со свалки на корабли, никто не спрашивал, зачем и куда они уплывают. А дети болтались по улице и помогали по дому. Но в 12 лет судьба любого могла измениться. Приезжала королева со своим черным кубиком, и его бросок определял судьбу. Останется ли ребенок здесь, отправится в другой город, или королева заберет его с собой, если выпадет 6. И вот 12 исполняется От, именно ей выпадает шестерка. Но Иван все понимает, видит, что королева играет нечестно и не хочет мириться с разлукой со своей сестрой. Спустя год одной из ночей она уходит из дома вслед за призраком, указывающим ей путь. Так начинается ее приключение в этом жутком, опасном, сказочном мире, где все когда-то решала случайность. До того, как власть захватила королева и остался один лишь ее черный дайс, воле которого должны подчиняться все. С работами студии Zoing я уже знаком. На канале есть обзор отличный Flipping Death, и еще я поиграл немного в Zombie Vikings. Помимо прочего, обе эти игры выделяются стилем оформления. И когда я узнал, что Zoing с их творческим видением заручились поддержкой Electronic Arts в лице EA Originals, то был воодушевлен. Мне прям интересно стало, как то, что отлично смотрелось в двух измерениях, будет выглядеть в трех. И знаете, все вышло классно. Да, Lost in Random — это игра про сказочный мир, где все решается броском кубика. Сама по себе эта концепция мне сразу показалась офигенно интересной и необычной, но концепция концепции, а ты попробуй ее раскрыть. И у авторов это получилось. Садясь за игру, ты погружаешься в мир, который знавал лучшие времена. Отголоски этого тут и там. Многие его жители повторяют лозунг Random Rules, хотя каждый понимает, что тут царит кромешный тоталитаризм. Это мир на закате эпохи, когда в воздухе буквально висит ощущение, что если сейчас что-то не изменить, то все полетит к чертям. Люди и множество других существ живут в городах, созданных по принципу количества точек на стороне кубика. Увидев город-помойку единичников, а после попав в город двушников, где все тоже хреново и мрачно, но уже не настолько, игра тебя обманывает. Кажется, что чем выше выпавший балл, тем более приличным местом будет город, где обитают те, кому он выпал. Но нет. Неважно, где оказывается Ивен, везде царит мрак, глупость, лизоблюдство, подлость. Это настоящая сказочная дистопия, в которой хоть и редко, но все же находится место доброте, участию и поддержке. Потому что ее величество, королеву черного дайса, чествуют далеко не все. Атмосфера игры граничит с хоррором или каким-нибудь темным фэнтези, но не переходит эту черту. Очень возможно, кто-то тут увидит нотки Алисы Американ Магии. Будет прав, визуальный дизайн многих локаций напоминает о ней. Но по ощущениям Lost in Random ближе скорее к Little Nightmares. Иван такая маленькая, вокруг все такое огромное, она одна на узких, кривых и темных улочках из нависающих над ней перекошенных домов. Очень нравится то, что у каждого города есть своя фишка, само собой она связана с количеством точек. В городе двушников у всех есть альтер-эго, даже у мэра безумная вторая половина которого решила строить свой город, что создает проблемы всем, кто тут живет. У трешников много лет идет война между тремя детьми, обвиняющими друг друга в покушении на их отца-правителя. В городе пятерочников живут 5 мастеров, изготавливающих карты, про которые я еще расскажу, и так далее. Но город шестерочников — это нечто совершенно другое. Ты бежишь по узкому мостику к замку в облаках. Начинаешь присматриваться и видишь, что с ним что-то не то. Это картон. Та шестопия, о которой многие мечтают, оказывается фикцией. Просто коробкой, посаженной на скалы, скрывающей разрушенный замок. И такую же мрачную, как и все остальное в этом мире, башню королевы. Пожалуй, можно сказать, что главная фишка повествования в Lost in Random — это раскрытие мира игры, потому что в истории происходит не так уж много интересного. Ивен и ее новый друг Дайси идут спасать сестру, встречаются со всякими интересными существами и попадают в передряги, которые сами по себе тоже интересны, но ощутимого веса истории не придают. Так, например, доверившись вору в городе четверочников, Ивен окажется заточенной на дне его мешка, и ей нужно будет оттуда выбраться. Вроде история заигрывает с сомнениями девочки, стоит ли этим вообще заниматься, может просто вернуться домой и забыть. Может, сестре будет лучше у королевы. Те, кого Ивен повстречает на своем пути, будут сулить ей горе. Все это создает ощущение готовящегося откровения, которое вот-вот на тебя свалится. Но в итоге никаких срывов покровов, кроме, может быть, мотивации королевы, в финале не случается. Ивен ни внешне, ни внутренне никак не меняется. Она изначально храбрая и дерзкая девочка, такой и остается до самого конца. Это вполне можно считать минусом, но раскрытие мира и погружение в него полностью этот недостаток компенсируют.
Даже как-то непривычно то, что в Lost in Random интересно болтать с неписями. У них прописаны характеры, какая-то история, которую можно выведать, отношение к происходящему вокруг. Болтовня тут очень помогает влиться в игру. Ты непременно наткнешься на какого-нибудь оригинала вроде вот этого чувака с раздвоением личности, каждая из которых полярно противоположно видит свой город или какую-нибудь парочку, спор которой нужно будет разрешить. Таких ситуаций десятки. Прикольно, что в дереве диалога обычно находится место возможности пошутить, поязвить, иногда даже нагрубить. Это придает изюминку характеру Иван. Авторы не лепят из нее милого наивного ребенка. Она барышня с характером, не по годам взрослая и за словом в карман не полезет. Это очень круто. Классно получились и второстепенные персонажи. Безумные и отлично вписывающиеся в этот безумный мир. Мне больше всего понравились Сеймур, такой... деревянный монстр, которому нужно вернуть глаза, и он поможет вернуть Дайсе несколько точек. Очень круто озвучен. И... смерть. С ней всего одна сцена, но, пожалуй, это самый позитивный и подбадривающий момент игры. Она тоже и опять офигенно озвучена. Если интересно, почему это опять, то гляньте видео про Flipping Death. Помимо болтовни, неписи выдают сайд-квесты. Очень простые. Принеси, подай, иди... ну, вы знаете. Интересная штука в том, что... похоже, я не буду утверждать наверняка, но похоже, в игре есть скрытые способы решения некоторых квестов. Например, однажды я отжал у графа предмет, просто угрожая ему. Решил попробовать вести в диалоге такую линию по приколу, и этот лошара приссал и отдал мне айтем, который я должен был получить за выполнение квеста. А за сам квест он дал мне боевую карту. Не проверял, но не исключено, что в игре есть и другие подобные места. Но сами квесты можно было сделать и поинтереснее. Единственная мирная активность тут, помимо них, это помочь парню выбраться из подземелья. По сути, это такой прикольно вплетенный в игру небольшой текстовый квест. Ты говоришь ему, куда идти, и слушаешь, что с ним будет происходить. В этом мире обитает несколько рас, видов, не знаю, как это назвать. Местами это выдает реюз ассетов. Кто там будет рассматривать, чем одна ходячая рыба отличается от другой. Но на деле созданных вручную уникальных персонажей очень много. Выглядят они крипово. То, что надо для мрачной сказки. Правда, я не понял, какой прикол было делать так, что некоторые из них говорят на непонятном языке. Неужели ЕА зажали денег на допиливание нормальной озвучки? Причем не раз бывало так, что в диалоге двух неписей один непонятно балаболит, а другой говорит нормально. Одним из последних представителей своей расы будет напарник Ивен Дайси. Пора уже и про него рассказать. Это кубик, каким-то чудом оставшийся в живых. Игра намекает на геноцид. Иван находит его на кладбище дайсов. Он потрепанный, бойкий, говорит на своем дайсовом языке, у него не хватает точек на сторонах, но свое великое дело, вершение случайности, он все же делать может. Иван и Дайси ладят, понимают, что вместе им будет лучше. Он поможет Ивану найти сестру, а она поможет вернуть ему точки. Да и в бою им друг без друга просто не обойтись. Да, про боевку теперь. В Lost in Random она вышла вполне оригинальной и совмещает в себе карточную игру, бой в реальном времени и капельку пошаговости, так сказать. Как это работает? У Ивен есть набор карт. Их дают за квесты и можно купить на собранные монеты вот у этого шкафа, распахивающего самого себя, как нехороший дядя в плаще у входа в детское учебное заведение. Но бояться его, в отличие от дяди в плаще, не стоит. Он милейший парень. Каждая из карт дает оружие или что-то полезное. Магия, лечилки, вы знаете. Во время боя враги носят на себе светящиеся кристаллы, которые нужно сбивать рогаткой и собирать, копя энергию. Набрав достаточно, бросаешь дайси и, учитывая выпавшее число, распределяешь баллы на полезные карты. Так прогрессия главной героини привязана к сюжету. Больше точек у дайси становится по ходу истории. А чем их больше, тем шире рожу можно отожрать после броска. Каждая карта стоит от 1 до 3 баллов. На момент выбора карт время в игре останавливается, можно занять удобную позицию, с которой способности сработают лучше всего. Потом жмешь кнопку и бой продолжается. Оружие ломается через несколько ударов, ты снова вышибаешь кристаллы и так до победного. Врагов много, они валят волнами, и это было нудным. Пока я не понял, что рывок можно использовать как парирование. Во время атаки делаешь его в сторону врага и вышибаешь из гада все кристаллы. Фиг знает, как я это пропустил, ведь скорее всего в туториале говорилось. Наверное, хотел как можно быстрее ворваться в игру. И вот после того, как я это дело прочухал, играть стало куда веселее. Ты больше не пытаешься держать дистанцию, когда у тебя мало энергии, ведешь бой куда агрессивнее. Появляется какая-то зрелищность и даже азарт. Еще с боевкой тут связаны настольные игры. Да, как же, игра про кубики и без настолок. Нужно довести свою фигуру до финиша. Путь ей будут преграждать враги.
Убиваешь нужного гада, чтобы фигура могла двигаться дальше, попутно отбиваясь от остальных. Другая игра – бежишь от движущейся стены. Но самое прикольное – босс с пушками. Нужно выкинуть дайс так, чтобы попасть на активацию своей пушки и потом стрелять из нее в ответ. К слову, остальные боссы тоже получились прикольными и очень колоритными как персонажи. У каждого свои особенности, тактика боя, и они не особо сложные. Последнюю тройку можно было сделать и пожирнее, пожалуй, королеву особенно. Ну ладно, бочку меда я вам налил, теперь шлепну туда половник чего-нибудь коричневого. Слабенькие лицевые анимации, неполная озвучка, однообразные квесты, что еще? Камера. Первое. Угол обзора слишком маленький и его нельзя изменить. Если ходя по городам это не особо мешает, то в бою приходится бешено ей вертеть. По-хорошему тут нужны две настройки – для боя и для исследования мира. Второе. Периодически камера будет проваливаться через объекты и цеплять их. На фоне симпатичной картинки это жесть как режет глаз, особенно в кинематографичных моментах, как вот этот подъем по лестнице, который просто обязан быть показан плавно, но камера долбится о что-то за ней, и это жесть как портит впечатление. Не то чтобы это прям постоянно случается, но достаточно часто, чтобы про это сказать. Далее. Предупреждение для трофейщиков. Если хотите собрать все ачивки, делайте это сразу. После прохождения игра не даст выбрать нужную главу и добить недобитое. На первый ран у меня ушло 22 часа. Я бы рад дотянуться до синего бантика в Стиме, но начинать игру сначала ради этого? Ну нафиг. Может, если только когда-нибудь захочу ее перепройти, что вполне возможно, учитывая то, что она мне очень даже зашла. У оружия маловато атак, всего-то базовая комбо да сильный зачардженный удар. Ворон в воздухе доставать геморно, хотя бы какой-то удар вверх что ли предусмотрели. И еще показалось, что бои все же стоило сделать немного подинамичнее. Ощущается какая-то опаска отпугнуть не особо опытных игроков в этих совсем уж неспешных врагах и долгих замедлениях для выполнения парирования доджем. Играется хорошо в целом, но можно было и порезче. Число видов врагов оставляет желать много лучшего, как и видов карт со способностями. Вкупе с уже упомянутыми скучными квестами и долгими боями это делает Гамезу затянутой. Если бы при таком наполнении она проходилась часов за 7-8, пожалуй, это было бы вполне нормально, но на 20 точно мало. Как будто корпорация зла надавила на разрабов и заставила их всеми правдами и неправдами удлинить игру, чтобы она типа соответствовала своей цене. Да, сделка с дьяволом не проходит без последствий. Лично для меня Lost in Random получилась атмосферной, увлекательной игрой с простой историей, разворачивающейся в очень интересном оригинальном мире и вагоном колоритных персонажей. Она доказывает, что авторский стиль студии Zoing прекрасно себя чувствует в трех измерениях и стал еще одним примером того, что может Unity. Офигел, когда обратил внимание на этот значок. Только вот в то же время у игры есть явные проблемы, которые пусть и не оттолкнули от нее меня, вполне могут стать дилбрейкером для других игроков. Если вы любите мрачные сказки так же, как люблю их я, то рекомендую хотя бы ознакомиться. В игре офигенно интересный мир и персонажи, но вот с геймплейным разнообразием у Lost in Random есть проблемы. Посему цена, которая выросла с 1600 рублей до 2000, похоже, благодаря очень положительным отзывам, завышена. Вот за косарь ее вполне можно брать, как мне кажется.